Всем привет! Сейчас будет классная подборка товаров с сайта AliExpress, а в конце разыграем телефон. Если вы решите отдохнуть на природе или устроить развлечения для своих детей, то вот такие надувные шары будут рады вам в этом помочь. С принципом их работы, думаю, знакомить никого не придется, однако стоит добавить, что их очень быстро и просто можно надуть. Кроме того, внутри имеются специальные держатели, помогающие сохранять равновесие и не терять контроль. Шары сделаны таким образом, что кому-то пришла в голову идея поиграть с ними в футбол. Продавец предлагает несколько расцветок на любой вкус. По-любому многие из вас где-нибудь довидели подобные костыли для прыжков. Не знаю как вам, но лично мне всегда было интересным попробовать на них попрыгать. Эта модель, что попалась мне на глаза, стоит не сильно много. Кроме того, имеет надежное крепление при помощи 4 застежек, а также прочный материал, из которых она сделана. Прыгуны способны выдержать вес до 50 кг, чего подойдут только девушкам или детям. Хоть это и очень полезный и также интересный вариант для фитнеса, крайне не рекомендую начинать им пользоваться без подготовки и защиты. Думаю, никто не станет спорить с тем, что правильное освещение это крайне важный и, можно сказать, даже неотъемлемый элемент в любом доме или квартире. Так, если вам захочется обустроить какую-то из комнат в необычном стиле, то вот эта люстра из черных красивых камней может вам в этом помочь. Она имеет такое строение, в котором сверху располагается светильник, а вниз с него свисают нитки, на которых расположены красивые элементы декора. При желании можно выбрать люстру различных габаритов. Она способна как быть в стандартных небольших размерах, так и вовсе касаться пола. Все зависит от стиля вашего интерьера. Помимо размера, кстати, продавец предлагает на выбор и различные формы люстры. Далее у меня идут велосипедные перчатки с открытыми пальцами, оснащенные указателями поворотов. Годная находка для велосипедистов, любящих прогулки по вечернему парку или дороге. Указатель расположен на внешней стороне. Чтобы активировать подсветку во время въезда на поворот, необходимо приподнять руку. Как только вы ее опустите, свечение погаснет. Это работает как с правой, так и с левой рукой. Перчатки легкие и выполнены из полиэстера. Внутренняя часть силиконовая, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с рулем. Многие люди могут сталкиваться с проблемой редких волос, мужчинам же наверняка может быть знакома ситуация образования залысин. Конечно, и в том и в другом случае лучше обратиться к врачу и выяснить, что не так, но если вам срочно нужно выглядеть безупречно, то можно воспользоваться загустителем для волос. Загуститель сделан в виде порошка из очень мелких волосков, созданных из натурального белка, входящего в состав настоящих волос. При нанесении он позволяет скрыть проблемные зоны, а также добиться густоты и объема. Поставляется вместе с аппликатором, который помогает распределить состав и добиться максимальной естественности. У продавца можно подобрать нужный оттенок, чтобы добиться сходства по цвету с настоящими волосами. А это многофункциональная клавиатура, выполняющая роль док-станции. Она оснащена разъемами USB 3.0, HDMI, VGA, RJ45, а также слотами для подключения CD и TF-карт. Для удобства имеет наклонную форму, а также подсветку. Подходящий вариант для офиса, дома или отдыха. По своему типу клавиш напоминает раскладку клавиатуры Apple. В наше время все больше предметов разных назначений начинают приобретать дополнительный декоративный характер. Так и не обошлось без зарядок, которые могут похвастаться беспроводным методом работы, а также красивым внешним видом. Именно к таким и стоит отнести следующую модель. Она подходит для зарядки любых современных смартфонов и сделана в виде небольшого колеса с держателем под телефон. Держатель, кстати, по бокам оснащен дополнительными крепежами, обеспечивающими повышенную надежность. Сама зарядка имеет компактные размеры и легко может поместиться в рюкзаке или вашей сумке, попутно выступая в роли подсветки для смартфона, продается в нескольких расцветках. Множество людей не представляют свою обыденную жизнь без различных аксессуаров, к числу которых, конечно же, относятся и кольца. Модель, которую я спешу вам показать, выделяется своей функциональностью. Помимо приличного внешнего вида, она скрывает в себе мини-лезвие, которое достается за считанные секунды. Лезвие сделано из стали, а само кольцо из титанового сплава. Конструкция довольно надежная и прослужит вам не один год. Советую лишь периодически подтачивать лезвие. Перчатки для скалолазания. Их основа сделана из нейлона, фиксируется на руке при помощи металлического ободка и регулируемого ремешка. При этом пальцы остаются свободные. На ободке расположены штыри, которые удобно использовать как для скалолазания, так и в качестве средства самозащиты.
Следом у меня идет волокно-оптический комплект из RGB-подсветки. Длина кабеля 2 метра. Его хватает, чтобы обмотать большую площадь в красивую светящуюся ленту, цвет которой можно регулировать самостоятельно при помощи идущего в комплекте пульта. Одна лента состоит из двух маленьких проводов, каждый из которых можно использовать для ваших нужд. В целом это отличное современное решение, если вам необходима управляемая RGB-подсветка. А это значит так называемый тренажер для челюсти, который поможет вам получить идеальный подбородок и видимые скулы. Стоит такой бьюти-гаджет довольно мало, при этом его очень удобно носить с собой. У каждого мячика разная сила сопротивления. Все, что нужно делать, чтобы иметь голливудские черты лица, кусать мячик по 10 минут в день, и вуаля, через полгода... Да ничего не произойдет через полгода. Возможно, после парочки занятий вы и почувствуете разницу, а спустя несколько месяцев даже заметите, ведь как-никак будут задействованы жевательные мышцы, но не такую существенную, как обещает создатель этого чудо-гаджета. А это гоночный крутой автомобиль на пульте управления. Модель сделана в масштабе 1 к 5 и имеет грозный мощный внешний вид. Пульт выделяется простым и понятным принципом управления, благодаря чему научиться гонять на такой тачке будет делом нескольких минут. Эта малышка непременно может похвастаться своими характеристиками. Тут вам и шикарная амортизация, и передний и задний металлический дифференциал, и цифровая металлическая шестерня рулевого управления, и многое-многое другое. В общем, такая машина на пульте управления — это просто уменьшенная копия на настоящий. Очень круто. А эта необычная игрушка способна послужить достойной заменой обычному дрону. Знакомьтесь, Metal Fly – летающий робот в виде насекомого. В нем нет пропеллеров, и движение робота приводится крыльями и хвостом, которые очень похожи на реальные взмахи птицы. Время пилотирования ограничено 8 минутами на максимальном удалении до 100 метров. Правда, есть у него существенный минус – в случае любой помехи он не вернется на базу как квадрокоптер, а скорее всего спланирует на землю. Но зато, как продвинутые модели, птичка умеет взлетать и садиться на ровную поверхность. А благодаря гибкости и мягкости крыльев ей не страшны удары. На очереди стальная тактическая мужская рубашка, она представлена в нескольких размерах и расцветках. Внутренний слой рубашки изготовлен из плотного материала, защищающего от порезов и выполняющего защитную функцию. Проверять на примере ножа я, конечно, не рекомендую, но как по мне, подобная рубашка может послужить хорошей защитой во время стрельбы из детского пистолета или иных игрушек. Ультразвуковой увлажнитель воздуха. Принцип работы этой модели очень прост и понятен. Он распыляет воду, образуя тем самым незначительный туман, выступающий в роли увлажнителя воздуха. Расход воды такого аксессуара 300 мл в час. Он идеально подойдет для увлажнения небольших комнат или отдельных ее участков. В комплекте с ним приходит адаптер. Если вы находитесь в поиске какой-то необычной игрушки для ребенка, то вот этот мотоцикл сможет стать отличным вариантом. Он представляет из себя небольшую модель, которая выделяется своими способностями. Так мотоцикл способен дрифтовать и за считанные секунды поворачивать на все 360 градусов, попутно делая трюки. Управлять им можно при помощи идущего в комплекте пульта. Габариты игрушки 15 на 16 на 26 сантиметров. Сделана в красно-черном окрасе, имеет стильный современный дизайн. Жизнь удаленного работника не обходится без тесного контакта с компьютером на протяжении целого дня. За это время можно устать не только морально, но и физически. Когда мы длительное время сидим за компьютером, то даже не замечаем, как перестает следить за спиной и в принципе забываем о положении ног. В результате, помимо усталости, у нас может еще и что-то болеть или сам процесс вызывать дискомфорт. На такой случай я хочу показать вам гамак для ног. Он крепится при помощи металлических крюков, которые подвешиваются практически на любую столешницу. Гамак можно отрегулировать как по высоте, так и удаленности, чтобы подобрать наиболее удобное положение для людей с низким и высоким ростом. Большая часть моих наушников для телефона лежат в специальном ящике, и от скуки они вступают друг с другом в такие тесные отношения, что каждый раз, когда мне нужно достать пару, например, для прослушивания музыки, я трачу время на распутывание этой головоломки. Но недавно я нарвался на один органайзер. Конечно, он не такой навороченный по сравнению с современными, но при этом свою функцию выполняет на ура, да и к тому же радует ценой. Стоит такой не более 150 рублей. Сам органайзер выполняет роль еще и наматывателя. Справа расположен специальный крючок, за который нужно зацепиться. Цепить провод, после чего слегка натянуть, и вуаля, гаджет автоматически намотает на себя наушники.
А это ботинки, обладающие крутой защитной подошвой. С такой моделью вам не будет страшна никакая даже острая поверхность. Дело в том, что подошва сделана из эластичного, но в то же время очень-очень прочного материала, который нельзя проколоть даже острым гвоздем. Ботинки держатся при помощи шнурков и выполнены в черном цвете. На выбор предложено множество размеров с прилагаемой таблицей, которая поможет подобрать ваш вариант. А это небольшой набор, состоящий из миниатюрных инструментов. У продавца можно найти малюсенькую зажигалку, складной нож или же свисток. Длина каждого предмета не превышает и 5 см, что позволяет использовать их в качестве брелка или карманного варианта на экстренный случай. Зажигалка имеет уплотнительное кольцо и работает на керосине. Нож – это вообще отдельный вид искусства. Мало того, что он складывается словно настоящий экземпляр, так вдобавок к тому еще и имеет заостренное лезвие с углублением. С его помощью вы сможете легко перерезать не толстую веревку, листок или вскрыть, например, долгожданную посылку с Алика. Если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и у вас появится шанс выиграть смартфон из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 1000 лайков. Ну а пока, пока-пока.